Приветствую вас на канале PlayHard, меня зовут Сергей, и, ребята, готовьте ваши памперсы. Как бы это ни звучало, потому что сегодня мы сядем изучать весьма необычный хоррор под названием Among the Sleep, типа «Пока ты спал», либо что-то вроде этого. Мы будем играть за такого, я так понял, мелкого пацаненка. Давай посмотрим, что там непосредственно. Нажми кнопку, чтобы продолжить. Мы будем играть за мелкого пацаненка... Ой... которому снится всякая нездоровая ересь. А может и не снится. Где я? Что происходит? Алло? У меня голова в какой-то банке. Мам, сними с меня банку. А, вот. Привет, сладенькая, ты уже допила? А, так и она. Ну, ёптер-тер, я еще и безрукая. Ой, осторожнее, она может разбиться. Погоди, мать, у меня мышка такая. Это займет всего минутку. Мамочка только проверит, что с тортом все в порядке. Давай, давай, торт, это хорошо, вон мячик есть. Мать, смотри, мячик, давай играть. Угу, понятно. Эй, ты где? Дважды нажмите Space, чтобы проступить вступление. Нет. Давай посмотрим. Так, так, прекрасно. Погоди, мне бы мышку... Ух ты, ни хрена себе, какой здесь страшный эскейп. Настройки, погоди, я хочу мышку. Да, вот так хорошо. Давай посмотрим. Так-так, прекрасно. Сказала мама, не тащи сюда здоровенный торт, который у меня даже не влезет. О, посмотрим на себя. Ты очаровательна в своей пижаме. Да, спасибо. Слышь, ты только не на меня его. Ага, спасибо. С днем рождения, сладкая. Ну, а сколько мне? Слышь, а сколько мне? Мать, сегодня тебе 2 года. О, спасибо, сразу сказала. Так, 2 года. Что мы имеем в 2 года? Кажется, я знаю малышку, которая хочет тортик. Чага-чага-чага-чага-чу-чу. Это мне напоминает паровозик, который смог, слышь? Ты не надо так делать. Смотри, он въезжает в туннель. Ух ты ж, ядрить колотить. Майк, кто там тарабанит? Я скоро вернусь. Чё-то она какая-то беспокойная пошла. Слышь, маманя, кто там? Ой, мам! Мам! Мама! Мам! Мама! Мам! Так, давай спрячемся, найдем какое-нибудь оружие и убьем его. Кто бы там ни пришел. Там пришел кто-то плохой. Во, мать, дай мне нож! А, что это, подарок? Подарок. Милая, смотри, что я нашла. Коробочка с ленточкой, ну охренеть теперь, что внутри-то? Что же это может быть? Пойдем наверх и посмотрим. Давай здесь откроем, а? Я не хочу наверх, тут какая-то нездоровая херня в доме творится. Эй, коробку-то забери. Ой, сколько кусков ты съела? Сколько дала, столько и съела. Эй, коробку-то возьми, мать. Коробку возьми. Слышь, коробка же осталась. Нет, взяли. Господи, ну и ружу у тебя. Куда ты меня несешь? А, вот коробка здесь. Ой, спасибо. Мамань, тут буквы сзади тебя, обернись! Мам! Мама! Блин, мне никто не верит, почему мне никто не верит? Мам, там тьма какая-то, это... Давай, ускорься, нажми shift, мать! Слушай, нажми shift, я тебе серьезно говорю! Там опять буквы, представляет. Пока ты спал. Мать, давай на шифтяре, ну. Двери закрой. Двери за собой надо в хоррорах закрывать. Ты еще не знаешь, совсем глупая, что ли, ну. Ой, ладно, дай-ка я на твои эти, что ли, попялюсь на коробку вот. Вот мы и пришли, ага. Давай посмотрим, что внутри. Давай. Мать, дверь закрой за спиной. Может, это новая игрушка? Ух ты же ее... Мать, закрой! Закрой! Okay, вот, хорошо. Так, сладкая, будь паенькой, поиграй немного сама, мамочка скоро вернется. Слышь, там какой-то криповый медведь. Погоди, что у нас тут? Это призрак магнитофона или что? Азаза? Или что я там попыталась сказать? Смотри, призрак магнитофона. И вон еще летает. Выпусти меня, пожалуйста. Нажми левый маус-баттон, чтобы подбирать предметы. Что такое? Коробка чудит. Во, вот эту. The playpen was actually quite different. The playpen was actually quite. Чего?
The playpen was actually quite a different thing because we wanted people to make sure that they were careful with the baby. So we placed the pillow underneath, so when he fell down, you wouldn't feel like you... Тихо будь, я тебя все равно не понимаю. Так, давай-ка мы это отодвинем. Давай-ка мы это уберем сначала. Отодвинем. Шарик отъедет, спасибо. Ага. Так, совет ползком двигаться быстрее. Ну, в принципе, оно и логично. 2 года ползунок же. Так залезай. Чё, нет? А, и так залезем, ладно. Слушай, а я там убьюсь. Мне надо с собой подушку. Вот, хорошо. Давай, 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 сильно, я в тебя верю. Ага. И раз. Используйте левый шифт, чтобы перейти на бег. Чё это опять коробка была? Так, ну да, прыгать-то я не умею. Well, it's kind of fun, but after... we really enjoyed the name, PewDiePie. Не надо со мной разговаривать, я вас все равно не понимаю. Я говорить-то, в принципе, толком еще не умею. 2 года. Нажми левые мыши и перемещайте маус, чтобы открывать сундук. Hey, you found me. Закрой! Не успел. My name is Teddy. Меня зовут nice Тедди, приятно познакомиться. А как hey, тебя зовут? What's your name? Абава, судя по всему. Слышь? Тедди Бир. Not much of a talker yet, все еще не разговорчивая, да? Ну как бы да, 2 года не научили. Let's play a game. Давай поиграем. Давай не надо. Я немного очкую с игрушек. Придумал, ты отвернешься, я спрячу розового слона. Я немного очкую с игрушек, которые сами живут своей жизнью. Иди сюда, отвернись и закрой глаза. Так, нажмите Escape, чтобы прикрыть глаза. А вот он как. А, вот, можешь искать. Что за бред? Впервые вижу игру, которая во время паузы на эскейпе в ней что-то происходит. Что-то. Так, ну он спрятал этого розового слона где-то там сзади, поэтому я сейчас сначала на всякий случай не знаю, зачем проверю этот... Нахрен надо. Закрой. Закрой. Вот так хорошо. Так, где... О, а покататься можно? Давай покатаемся. Нет, ладно. А, так я же... А, нет, смотри. Это я в полный рост стою. Нельзя покататься. Ладно. Слона, говорит, иди ищи розового. Давай поищем. О, сколько памперсов. Ох, ты ж ёптыш. Чё это? А это? Так, а что у нас на рисунках-то? Никакой крепоты. Вон, смотри, вот там крепота какая-то. Видишь, тьма. Просто тьма сзади улыбающего существа. Ты дебир? Жесть-то какая. Так, ладно. На повестке дня у нас по-прежнему розовый, а вот и он. Ты нашла it. Его? Ну, как бы да, глаза-то есть. Слышь? Wow. О, это музыкальная шкатулка, она работает. Не знаю, только что пальцем ее тыркал, она не работала. Слышь, медведь, вот там в коробке сзади тебя сидит другой медведь, он какой-то криповый. Давай ты сходишь и разберешься с ним. Работает, работает, я проверила. Nice какая melody. Приятная мелодия. Ага, YouTube меня потом за нее забанит. Охренеть, как приятно будет. Ладно, давай вытащим этого медведя и надаем ему порогам. Погоди, а куда мать-то пошла? Слышь? Блин, что-то игрушка как-то дергается, мне это не нравится. А что это такое? Ну, это книжка. На засушливом холме стоят 5 животных, страдающих от жажды. Так чего они стоят, а пускай идут и пьют? Как же хочется пить, пропели они и начали копать. Гениально. Если мы не найдем воду в этом колодце... то мы засохнем, распрощаемся друг с другом навсегда. Ну или так. Слышь, быстрее, ты можешь читать, нет? О,
Ну, это железная дорога называется. Does it run? How do you работает? Как его запустить? Да вон большая красная кнопка. Round and round and round. Круг за кругом, круг за кругом. Hey, pick me up. Слушай, посади меня к себе на спину, я хочу тебе кое-что показать. Какое-то это подозрительное предложение, ну да ладно, давай. Нам нужно какое-нибудь темное место, слышь? Предложение стало еще более подозрительно. Как насчет твоего шкафа? Да иду, я иду, я уже понял, что там какая-то тьмища, и ты меня заманиваешь. Какое-то очень нездоровое мероприятие. Но выбора у меня, судя по всему, нету. Нужно, чтобы было темнее, закрой дверь до конца. Ага, до победного. Закрыл. Чудесно, то что нужно. Во, смотри, я провалился, я вон куда-то иду. Надеюсь, тут нет чудовищ. Конечно же! В шкафу, в котором открылся портал в какое-то непонятное измерение, чудовищ нет. Если тебе станет страшно, просто обними меня покрепче. Возможно, тебе станет полегче. Ой, медведь, дал бы лучше ты мне фонарик. Нажмите F, чтобы обнять Тедди. Сомневаюсь, что нам следует тут находиться, мы должны быть осторожными. Мне это не нравится. О, а вот и фонарик. В качестве фонарика мы будем использовать жопу медведя, тоже неплохо. Здесь как-то темно. Куда я иду? Ты это слышала? Слышала. Здесь какие-то подозрительные эти висят. Кажется, что-то приближается. Ну как-то да. Опа, здорово, мать! Вот ты где! Что ты делаешь в шкафу? Ползаю здесь по темноте с сомнительным тедибиром. Играешь со своим новым другом? Привет, медвежонок, приятно познакомиться, как поживаешь? Надеюсь, тебе понравился твой день рождения, милая. Мамочка бы расстроилась, если бы ты это не сделала. Мать, ты дверь-то закрыла? Теперь пора в кроватку. Если ты сейчас заснешь, завтра сможешь проснуться пораньше и будешь играть со своим новым другом весь день. Окей. Мальчики и девочки во всем мире уже спят, ждут только тебя. Не нужно их задерживать. Ну, хорошо, так ты дай мне поспать-то. Спокойной ночи, милая. И тебе давай не хворать. Тупой. Я бы не смог уснуть, если бы она стояла вечно и гундила над кроваткой всю ночь. Ну, начинается. Добро пожаловать в мир детских ночных кошмаров. Так, медведь, ты нормальный? Или у тебя там как? Я уже видел одного медведя с вырванными глазами. Ой, у нас там мебель левитирует. А, нет, это опять эти души убитых магнитофонов. Эй, медведь, тебя что-то утаскивает. Это уже паранормальное явление начинается. Слышь? Тедди. Жесть-то какая. Ну вот еще теперь кровать поехала. Отлично. Бляха-муха. Так, используйте Q или E, чтобы заглянуть за угол. Но мне говорили, что когда я ползаю, я передвигаюсь быстрее. Поэтому я буду ползать. Потому что ну его нафиг эти проблемы. Передвигаться... Так слышь. Я типа до ручки дотяну с ним? А да, я до ручки. Так слышь. Блин, ладно. Иди сюда. Ой, как тяжко быть маленьким, а?
Кажется, мама там какими-то взрослыми делами занимается. Мам, ты тут? Да ладно! Чё за жесть-то? Так, надо как-то выключить этот аппарат. Например, вот так. Мать, вылезай. Ух ты ж. Что-то тут не так, нам надо найти твою маму, ты слышишь? Something's not right. We need to find your mother. Не, он вроде как без претензий. Ну, пойдем со мной. Не хитрись колотить. Так, погоди, давай углы обшарим. Если мы найдем какую-нибудь отвертку, либо что-то вроде этого, можно будет попробовать ее вооружиться. Это что, розетка, что ли? Точно розетка. Неудобно же расположено. И тыркнуть этой отверткой кому-нибудь потом в глаз. Хотя я сомневаюсь, конечно, что в голове у двухлетней девочки роятся именно такие мысли. Но так как управляем ею мы, то выбора у нее особо нет. Так, ладно, ты иди, уходи. Мы должны вести себя тихо, никогда не знаешь, кто может... подслушивать. Так, здоров. Сейчас будем как в этом. Valiance versus Predator. Личинка ксеноморфа управлять. Там тоже вечно надо было прятаться. Пока не отожрешься и не убьешь их под... подряд. Здесь моргнула какая-то тень. Во, отлично. Безопасное место. Тихо, тихо, тихо. А я не могу медведя достать? Да, я не могу здесь достать. Сердце колотится. А если эскейп нажму? Мне особо не полегчает. Так, давай достанем медведя. А, сердце всегда будет колотиться, да? Да. Походу, сердце будет всегда. Я думал, это так же, как в той же амнезии, например. Нам надо будет успокаивать своего персонажа. Здесь это надо будет делать обнимашками с медведем. Резко, 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 резко. Хорошо. Блять. Чё такое-то, мать? Чё у нас полки такие неустойчивые? Отовсюду все падает. Чё за дом такой непонятный? Стоишь, мамань, алло. Нам переезжать пора. Тут все разваливается к херам. Здравствуйте. А сюда нельзя. Mm-hmm.
Я не понимаю, за мной кто-то уже охотится? Или это просто такое затянувшееся интро у игры? Вот эта хрень, она же это просто вешалка, правильно? Зачем ей ноги? Ладно, хрен с ним, пусть стоит. Чё это? Мама! Мам! Нет, не здесь. Болим. Тихо, не бушуй, я под столом, все. Меня хрен возьмешь. Блин, а? Какой у нас здоровенный дом. И все везде разваливается. Это не здорово. Лучше бы он был поменьше, но целый. Сюда нельзя. Точнее, надо просто дернуть ручку. Так. Ну-ка, залезем? Не залезем. Давай вот так залезем. И... Хрен. Хорошо, давай делаем вот так. Это я такие страшные звуки издаю? Всего 2 года, такая маленькая девочка, уже такие страшные звуки. Что будет, когда вырастет? Мам? Ты тут, нет? Ой, мамань, что ты в коконе? Творится-то. Ну вот, конечно. Вот и эта тьма. Мы здесь уже были, вообще-то. Ладно. Бляха, налево. Твою душу машу. Тихо. Фу. О, смотри, даже под диван просочилась. Как же тяжко быть маленькой 2-летней девочкой в таком крепанутом разваливающемся доме. Я правильно иду-то хоть? Мне назад, нет? Я явно сейчас иду назад. Ну а смысл мне идти назад, если там мы были, и мамани там не было? Можно что-то счислить. Не, смотри, вот сохранение прошло. Закрыто. Ой, бляха-муха, ну пойдем искать ключи. Ну, значит, правильно иду. Раз прошло сохранение и сработал скрипт, сюда нельзя. Значит, мы все делаем так, как надо. Во, что это? Рисунок. Слышите? Мне памперсов не хватит на эту игру, наверное.
Хотя, вроде так особо ничего-то и крипового-то нету. Но обстановочку они сделали здраво. Чё у нас здесь? Есть что пожрать? Я маленький, мне надо питаться. Так, ладно, там эти часы что-то дергаются и дергаются. Давай выясним, чего они дергаются. A good example of this. Тихо. Нет, с ними я сделать ничего не могу. Ладно. Тогда с чем и что я должен сделать? Может, мне обратно сейчас наверх идти? Короче, побежали. Поползли, точнее, в нашем случае. Здесь вроде как делать больше нечего. Ага, опять прошла сохранялка, значит, двигаемся правильно. Тихо, 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 тихо. Да залезь ты быстрее! А что такое-то? Мам? Смотри, темное одеяло теперь. А, ну и было темным. Судя по всему, да. Да, по ходу дела надо все же правильно, мы возвращаемся. Надо сейчас вернуться, зайти сюда. Вот опять сохранялка. А зачем сохранение-то на каждом углу, если... Ага, отлично. Если никто не пытается меня убить, сожрать, еще что-то сделать. Один только Тедди с сомнительными затеями, и все. Блин, у меня мама ничего, работает в магазине по продаже плащей, что ли? Че это такое, в сапог залезть можно? Нельзя. Нахрена ей в доме столько длинных черных плащей? Опять сохранение, ты смотри. Эй! Из чего думала? Хотя не исключено, что здесь просто есть такие чекпоинты с сохранялками. Я просто через них прохожу каждый раз. И это вовсе не означает прохождение по сюжету. Это, скорее всего, просто прохождение по чекпоинту с сохранялкой. О, смотри, здесь все разбилось. Давай пожуем. Нет. Видимо, не пожуем. Рисунок еще какой-то взял. И чё мне с него? Может, мне все рисунки надо найти? Погоди, вот здесь эта хрень светится. Кто здесь? Хрен его знает, кто здесь. Сюда можно, нет? Нет. Ну правильно, я туда просто не помещусь. А вот еще один. И опять сохранялка прошла. Так а толку-то мне с этих рисунков? Объясните, пожалуйста. Опачки! Где я? Главное, открылся только сейчас вроде, да, или нет? Идись колотись. Ну давай, Тедди. О, что это такое? Сейчас узнаем. Это какой-то психодел. Во, маманя, да? Силуэтом впереди, вроде мамкин. Ты видишь свое отражение? Это она, похоже на воспоминание. Мам, что это?
используете тап, чтобы открыть инвентарь? Я где, в подгузниках, что ли, эти вещи ношу все? Еще это. Хера не понимаю. Мне это сюда? Уходи. Нет, не сюда. Так, ты иди, давай рассказывай. Полезли, короче, полезли сами. И... загрузочка. Опа! С тобой все в порядке? Да вроде как бы да. О, вылез. Че, куда идем-то? Че делать? О, что это за место? Блин. Надо было, наверное, его оставить, чтобы он шел сам. 0, 2, H, H2O можно сделать. Домик, что он тут делает? Да хрен его знает, что он тут делает. Я вообще не понимаю, что вокруг происходит. Я вообще думал, что это... Да я реально не понял, то ли эта дверь открылась после того, как я собрал там еще 4 рисунка, ползал. Заперто, если ты мне поможешь, я, наверное, смогу открыть ее изнутри. А, ну давай. Пошел. Если это так, то тогда здесь придется в обязательном порядке ходить и собирать какие-то объекты. О, посмотри на это, чтобы продвинуться дальше. А я думал, что это у нас что-то типа с Руза Вудс будет игра. Так, ну-ка. Ничего. Слушай, вот опять. Должен быть способ, говорит, открыть эту дверь. Здесь у нас, походу дела, кажется, эти штуки как-то соединены. Да залезь ты, ёп! Давай я тебя подтолкну. Может, нужен какой-то ключ? Может. Так, что-нибудь, что мы можем использовать. Слышь, Тедди, что я сделал? Давай закроем. Ага, и покрутим. Давай, давай, давай. Что случилось? Почему она не открылась? Ну потому что одна из четырех только загорелась. Давай придумаем, как ее открыть. Давай. Походу дела, надо собрать еще 3 каких-то тоже важных объекта, все их сюда засунуть. О, еще рисунок. А я его взять не могу. Да. Ну что ж, ладно. Давайте тогда продолжать искать те объекты, будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.